Телевидение, творчество, братство. Более 70 телекомпаний из России, Сербии, Китая стали участниками 22-го открытого фестиваля телекомпании Московской области «Братина». В двух городах, Дмитрии и Сергиевом Посаде, телеведущие, корреспонденты, операторы из регионов перенимали опыт у коллег центральных телеканалов, участвовали в конкурсах профессионального мастерства. Один из главных конкурсов фестиваля – репортаж с колес. Съемочной группе предстояло за несколько часов в неизвестном городе найти тему и снять интересный сюжет. Корреспондент Анна Балиет и оператор Валерий Жиглей из нашей компании сняли трогательную историю о волонтере из Дмитрова. Жулькин, чего ты боишься? Вылечим тебя, малыш. Маленький. Да, ну, он пришел вот такой, и вот у него, ну, нос уже получше стал, шрамик там будет поглубже. Работа щелковских журналистов «Человек защити» заняла 3-е место. Победителя определяли открытым голосованием зрители дмитровского телевидения. А в номинации «Новая сила» корреспондент нашей компании Сергей Дадыко был удостоен диплома 2-й степени за специальный репортаж «Один день в ОМОНе Зубр». Войти в число лауреатов «Братина» значит подтвердить на деле уровень журналистского мастерства. Говорить о главном интересно, понятно и доступно. Михаил Налетов, Валерий Жиглей, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково» с фестиваля «Братина».